Недавно в нашем выпуске новостей мы поднимали тему о состоянии детских игровых площадках в нашем городе, которые требуют ремонта и постоянного ухода. По мнению многих жильцов, администрации и управляющей компании есть над чем поработать. Но нашлась жительница Сухого Лога, которая не стала уповать на власть, на жизнь и ждать действий от работников жилищно-коммунальных организаций, а сама взяла лопату и начала борьбу за счастливое детство. Песка тут фактически нету. Я вот пришла с лопатой, чтобы накопать песочку для своей внучки, чтобы она могла поиграть. Ну и не только она, вон сколько тут детей ходит. Должным образом надо бы это подремонтировать, вот тут вот все. Видите, кое-какие качели сломанные. Желательно, чтобы песочку привезли для наших внуков. Как не вспомнить слова Антона Чехова, который сказал в свое время: «Если бы каждый из нас на своем маленьком клочке земли сделал все то, что он может, как прекрасно бы стала наша земля».